Ну что, всем привет! Сегодня мы уже выехали с утра на рыбалку, снова на речку. Пришлось нанять гида сегодня. Он знает места, где клюет лещ. Так что посмотрим, если что, придется гида утопить, если место неверное. Вот, ну, смотрим, ловим. Так, ну что, друзья, не доверяйте вот этому гиду. Да, отправил, короче, меня туда вверх по течению, говорит, там будет клев. Сам сел. Ну вот, он только закинул одну удочку, уже две рыбины поймал. Один крючок у него. Так что, я так думаю, это конкурент Гробовскиса. Фидер у него тоже вот такие. У меня, блин, деревенские закидушки короткие у него. У него уже профессиональные фидеры. Ну... А утром говорит, покажи, как рыбу ловить надо. Ну. Блин, кидает, говорит, далеко кидать не надо, сам кидает на полдвины. Ну. Вот так вот. Так, ну снова гид обловил меня. Тянет он опять рыбу. Ох, плотва какая красивая. Да, говорит, иди выше по течению, там клюет. 6 часов, блядь, ни одной поклевки. Вот так-то. Ну, двина уже падает, острова красивые. Грязи не несет, вода чистая. Клюет у меня, как обычно. Ничего не меняется. Ну, пока мелочь не клюет, закинемся на крупняк. Столько червячков мы набили. Тут уже 5 кг рыба, не меньше. Закинем подальше. Там, где рыба покрупнее. Птички поют. Рыба клюет только у гида. Сейчас будет звон колокола. Вот так должно клевать. Течение сегодня, так вот радует только погода. Вот и тепленькая. Ну что, сегодня тоже закончилась рыбалка. Что-то я не обловился. Ну, как-то так. Ну, скоро все начнется, чувствую. Так что вот, всем пока.